смотрите, ля, отпустите меня, пожалуйста, стоматологу. Ну, там надо мне там пломбу ставить. Я могу быть вместо стоматолога, Максим, хочешь? Смотри, я тобой знаю я не способ буду. По-братски, иди сюда, смотри. Мой, вот этот казанок. Иди ты. Смотри, иди сюда, да по-братски иди сюда. Все, Василий Васильевич придумает игру для всех участников. А это будет горшарц. Ты пока что красивая, уйди оттуда. Сейчас финик у тебя будет под глазом, уйди. Ладно. Ок. О! Хорошо, это первое попадание в нашей игре. Чтобы было честнее, пусть Максон попробует нам всем помогать. Чувствовать, когда к тебе летишь, ты должен чувствовать, и прямо так вот. Руки должны шевелиться, шевелиться. Сразу раз, раз, раз. Все, готовы? Давай. Попал, видишь, один попал. Красавчик. Лови, лови! Оп! Есть! Раз, два, из трех. Лови! Оп! Есть! Макс, так. Лови, это шарик ты не лови, ты сосредотачивайся. Ты не волнуйся. Давай, четыре. Это подкуп. Давай, по-хорошей, да ты мой сладенький, вот самый лучший. Ну, я... Зайчик мой, давай. Колубничка моя, если ты сейчас не поймаешь, я приду и шлепок тебе на голове сделаю, понял? Что ты будешь делать? Есть, так, один. Сюда, слушай, если ты сейчас не поймаешь, давай, я тебе быстро стоматологу отведу, серьезно. Есть один, видишь, тоже. Так, и у нас последняя финалистка нашей игры, которую придумал Вась Васич, Екатерина Великая. Итак, она встает на перед линией метания. Итак, первый мяч. Победители Вась Васич и Екатерина. 3-4. Раз, два, три, четыре. Раз, два. Три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И на одной ноге поднимаюсь. Ноги включаются. Так. Бег от собаки. Вот так. Бег от... И глядеть обратно. Ба! Ба! Да. Это как в тот раз, когда мы на работу бегали, от собак бежали. О, Господи! О, опа! Типа мы эти, знаешь, типа мы кто? Точно мельница. Покрутили. Гол. Раз, два, три, четыре, пять. Лево, вперед, право, назад, лево, вперед, право, назад, лево. Крутить. В другую сторону. Очень простое движение. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И закончили. Сюда нога. Вот так нога. Сюда нога. Нога сюда. Присели все на диван и вот так сидим. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ногу поставили и вот так сидим. Ногу поставили и вот так сидим. Расслаблены, мы расслаблены. Хоп, расслаблены, мы расслаблены. Хоп, расслаблены, мы расслаблены. Двигаемся, двигаемся. И такая зарядка нам нравится. Ура, пьем, ставим и опять тусим. Хоп, расслаблены. Нет, надо в туалете пописать. Здесь не надо писать, поверь мне. Иди в туалет, я сказал. Становится машинистом поезда. Стать машинистом. Вася, давайте я помогу. Мне надо проверить. Это я бегу, это ты не машинист. Ты сидишь в кабине, я бегаю, осматриваю паровоз на наличие масла, на подогрев. Мы тогда поедем уже. Пассажиры там надо. Сейчас у нас уже белый, загорелся белый. Что значит белый? Это что означает? Это значит нет кодирования АЛСН. У нас нет кодирования. У нас нет кодирования АЛСН. Рукоятку, все нормально. Вперед, поехали. Да. Это была проба тормозов. Сделайте потише музыку. В вагоне я стать питаюсь вообще. Эй, слышь, Галян, завтра ко мне приходи, жена. Пусть пробу, часы. У машиниста такая техника, что часы в руках. Я уже устал только ехать. У него кончается режим больше 12 часов, машинист не может быть за рулем. Ну, потому что... А что происходит? Че мы кир разводим какой-то кипиш? Я тоже думал, что Иван Ку прислал задание, и мы должны были пойти куда-то, но мы этого не пошли, потом задание отменено. Вы тем самым сейчас усугубляете положение.
отношение себе и нам всем. Тогда я свяжусь с теми, с кем может, кто может, сможет решить эту проблему. Вы согласились с правилами игры. Зачем вы сейчас это делаете? А я не нарушила ни одно правило игры. Я вообще ничего не сделала. Официально заявляете, что вам как бы все равно на всех остальных, ведя такой диалог? Объявлено голосование по этому поводу, я жду его результата.